Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас в пресс-центре ТАСС. Итак, мы начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную подведению итогов второго национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. WorldSkills High-Tech 2015. Так назывался чемпионат. Напомню, он проходил в Екатеринбурге с 30 октября по 3 ноября. В этом году в соревнованиях приняли участие команды 100 ведущих российских предприятий и компаний, более 200 курсантов, работу которых оценивали 250 экспертов, включая зарубежных специалистов. И я предлагаю сейчас нам вспомнить чемпионат и посмотреть наиболее яркие кадры с мероприятия. Прошу внимания на экран. Видео. Ну что же, мы начинаем. Я с удовольствием представлю наших гостей. Напомню, гостей как в Москве, так и в Екатеринбурге. Я сейчас надеюсь, что связь у нас с Екатеринбургом установится. Наша пресс-конференция сегодня проходит в формате телемоста. Вот замечательно мы видим Урал. Итак, я представлю. У нас в президиуме в Москве я приветствую генерального директора Союза WorldSkills Russia, России, Роберта Наильевича Уразова. Приветствую вас. Представлю вам также наших гостей. Это руководитель департамента направления «Молодые профессионалы агентства стратегических инициатив» Екатерина Петровна Долшкарева, заместитель директора департамента стратегического развития проектного управления от Минпромторга России Юлия Борисовна Ханжина. Юлия Борисовна. Это Сергей Александрович Вологодский, заместитель директора фонда развития промышленности. И также рядом со мной находится первый заместитель генерального директора, главный финансовый директор госкорпорации «Росатом» Соломон Николай Иосифович. Я представлю наших гостей в Екатеринбурге. Сейчас с нами мы видим на связи первый заместитель председателя правительства Свердловской области, министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей Орлов. Также он был по совместительству председателем является председателем регионального оргкомитета чемпионата WorldSkills 2015. И мы ждем, что к нам в ближайшее время присоединится губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Мы его ожидаем. А пока начинаем в Москве. Я хочу слово предоставить Роберту Наильевичу. Прошу вас, можно ли действительно сейчас уже по прошествии некоторого времени по проведению чемпионата подвести еще раз итоги соревновательной и деловой части чемпионата? На ваш взгляд, вот второй национальный чемпионат, какие он показал тенденции, какие требования возросли к рабочим профессиям в высокотехнологичных отраслях? Прошу вас. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги.
Но если в прошлом году первый чемпионат «Хай-Тек» был такой проектный и такая опытно-конструкторская разработка, то в этот раз мы вышли уже в модель фактически действующего прототипа, еще не серийного изделия, но такой уже машинки, которая едет. Да? Самое первое, что этот чемпионат был уже проведен по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В послании говорилось о том, что мы должны развивать чемпионаты как отраслевые, так и среди команд региональных колледжей. Поэтому оргкомитет нашего чемпионата возглавил Дмитрий Олегович Рогозин, заместитель председателя правительства Российской Федерации. А, например, в выходные дни, субботу по воскресенье, помощник президента Андрей Раймович Белоусов потратил полностью для того, чтобы посмотреть этот чемпионат. Поэтому этот чемпионат был с точки зрения его уже встроенности в систему государственную таким образом отмечен. Кроме того, если в прошлом году это был фактически чемпионат среди компаний оборонно-промышленного комплекса, то в этом году с учетом поручения президента, в этом чемпионате приняли участие практически все наши несырьевые компании. И даже сырьевые компании в части своих своих перерабатывающих заводов приняли участие. Поэтому это, безусловно, отразилось на количестве компетенций и на количестве участников. Так, если в прошлом году это было 160 человек, в этом году 240, если в прошлом году это всего 11 компетенций, теперь 24, 100 предприятий против 88. Но еще что важно, кроме того, мы дополнительно к чемпионату встроили несколько вещей. Первое – это глобальная рамка. Очень хорошо быть лучшим в России, но лучше быть лучшим в мире. Поэтому мы привезли иностранных экспертов и иностранных участников. У нас было 7 экспертов по ключевым компетенциям с лучших международных экспертов из WorldSkills International и 5 международных участников. Кроме того, было 2 дополнительных трека. Уже фактически традиционный, но такой все еще прототипирующий трек Junior Skills, когда мы традиционно проводили соревнования по похожим компетенциям среди детей в возрасте с 10 до 17 лет у нас было почти 100 детей, и при этом в этот раз мы немножко глобализовались, привезя команду из Беларуси. И также трек Future Skills, когда мы пытались ответить на вопрос, когда у нас есть семена, каким образом нам выращивать деревья. Да? То есть вот мы пытались стандартизировать те компетенции, которых в России сейчас слабо распространены, и вот посадив вот это семечко знания, вырастить большое древо познания. К моему несчастью, если в прошлом году конкуренция была не такой жестокой, в этом году это соревнование получилось жаркое, и нагрузка на ту команду, которая судила и организовывала соревнование, увеличилась. У нас появились две команды «Звезды». Это команда «Росатома», которая заняла, безусловно, первое место, и команда «ОРКК», которая заняла третье место. И между ними, что удивительно, появилось, ну, как у нас традиционно, у нас есть сильный атом и есть сильный космос. А посередине у нас появилась сильная частная компания, которые представляют себя белую металлургию, это ЧДПЗ. Они привезли всего 6 участников, но 5 из них взяли медали. И это связано с тем, что там самая, наверное, пока модельная и прогрессивная система подготовки, основанная на дуальном обучении. Ну, такие вот результаты. Да. Если говорить про сложности, то у нас прошел чемпионат Сан-Паулу в августе 2015 года. И по правилам WorldSkills International мы были обязаны изменить задание. Так вот, задания у нас в среднем усложнились где-то на 15%, но, к моему удивлению, результаты среди компаний, ну, скажем так, сохранились. Задания усложнились, как бы, а их уровень достижения практически тот же самый. Если говорить про результаты вот такие сравнительные, то, наверное, нужно сказать о том, что мы, привезя звезд из WorldSkills International, то есть привезя ребят, которые занимали топовые места, мы с удивлением обнаружили, что по большинству компетенций наши сильнейшие рабочие получили такие же практически баллы, что и сильнейшие международные участники. Но есть только маленькая разница. Если там ребятам 19 лет, то нашим сильнейшим российским участникам где-то 28-27. Ну, то есть вот это наша задача фактически, вот этот вот гэп 8-летний каким-то образом спрессовать. Но, к сожалению, в одной компетенции, да, то есть по сварке, да, у нас лучший участник вообще чемпионата из Росатом Думамед Александров, да, получивший приз Фонда развития промышленности как мастер промышленного производства, он, к сожалению, достаточно сильно отстал от выступающего вне конкурса в сварочных технологиях тайского участника. Да, ну, то есть он был тайский участник, в мире занял третье место, и, к сожалению, пока вот здесь мы значительно отстаем. Кроме того, мы обнаружили такой феномен, который
который так назвали феноменом Тай-Тай. У нас получилось, что наш тайский участник участвовал в соревнованиях, и электроды, к сожалению, оказались сыроватыми. Он пару раз сварил, ну, не так идеально, как хотелось бы, но это ему не помешало, ну, фактически, скажем так, выступить лучше других. Но был второй феномен, когда у нас был парень из Тайваня, он участвовал в компетенции токарной работы, и он первый раз видел станок, который, с которым предстоял иметь дело, потому что он всю жизнь работал на другом станке, другой марки и с другой панелью в ЧПУ. Но, тем не менее, он вошел в топ-5, ну, так скажем так, и вот этот феномен, который назвали феноменом Тай-Тай, означает то, что хорошо подготовленный человек фактически не зависит от плохих технологий и не зависит вообще от того оборудования, которое есть. Самое главное, что есть в голове. Ну и как главный тезис, который вот лично я вынес и хотел бы, чтобы его, наверное, все услышали, что правильные и сильные люди, они исправляют любую плохую технологию, а неправильные и плохие люди обязательно рушат даже самую лучшую технологию. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Сейчас хочу предоставить слово заместителю директора Департамента стратегического развития проектного управления Минпромторга России Юлия Борисовна. Минпромторг поддерживает чемпионат, и действительно стартом был 2014 год, выставка Иннопром. Вот скажите, по истечению этих 2 лет и этот чемпионат, что, собственно говоря, он показывает, да, что важно для Минпромторга, какие показатели, какие достижения вы отметили? Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение. И я хочу сказать, что в дополнение к словам Роберта, действительно в этом году проходил 2-й чемпионат. И тогда, когда мы его проводили в 2014 году, это был некий эксперимент, в который ввязались и согласились те компании, которые решили себя проверить. В этом году мы очень рады приветствовать расширение списка этих компаний, которые продолжают участвовать в этом эксперименте, потому что, с моей точки зрения, самое главное – сохранить гибкость и новизну проведения этого чемпионата, в том числе за счет расширения и компаний, и за счет расширения компетенций. Наше министерство является главным федеральным органом исполнительной власти по поручению Дмитрия Олеговича Рогозина как раз по проведению данного чемпионата. Для нас эта история является крайне важной с точки зрения того, что сейчас министерством запущено большое количество инструментов поддержки развития и запуска новых производств на территории Российской Федерации. У нас есть программа Фонда развития промышленности, которая выдает займы как раз для реализации новых инвестиционных проектов. Об этом Сергей Вологодский отдельно расскажет. И мы уже примерно понимаем, в том числе, численность тех новых рабочих мест, которые будут создаваться, в том числе с точки зрения того, какими кадрами, какими компетенциями эти рабочие места должны быть заполнены. Поэтому этот чемпионат для нас является площадкой по подготовке этих специалистов, которые будут работать на наших производствах. Мне кажется, важно в том числе акцентировать внимание на том, что нужно научиться сравнивать себя с тем, кем ты был год назад. Поэтому мы сейчас вместе с коллегами из Союза WorldSkills Россия будем внимательно анализировать результаты чемпионата 2014 года, сравнивать его с полученными результатами 2015 года, для того, чтобы посмотреть, где ситуация поменялась, где она ухудшилась, где она улучшилась, как, например, в течение года использовались те инструменты, которые создавались и по линии ОСИ, и по линии Министерства образования и науки Российской Федерации. То есть посмотреть, условно говоря, какие показатели показывают компании по исполнению заданий, чьи учебные центры и колледжи, и сами компании принимают участие, например, в реализации действительно дуального образования. И увидеть весь эффект, например, от усилий государства в направлении по подготовке кадров среднепрофессионального образования. В этом году к нам присоединились коллеги из Росатома и Объединенной ракетокосмической корпорации. Мы этому очень рады, потому что они составили очень достойную конкуренцию компаниям и холдингам, которые находятся в сфере видения Министерства промышленности и торговли. Для нас это определенный вызов, и надеюсь, что в следующем году мы с коллегами можем поконкурировать более достойно, в том числе и по компетенциям, в том числе тот коллега, который получил главный приз от Фонда развития промышленности, он как раз представляет госкорпорацию «Росатом». Важно отметить о том, что развитие данного чемпионата WorldSkills High Tech направлено еще в выстраивание общей системы развития движения самого WorldSkills на территории Российской Федерации. У нас есть прямое поручение президента для того, чтобы мы сформировали вместе с государственными корпорациями план
график проведения корпоративных там слэш-отраслевых чемпионатов по высокопроизводительным рабочим профессиям для наших отраслей. Мы сейчас это будем проектировать и предполагаем о том, что данные корпоративные чемпионаты станут предваряющими для, например, отбора на наш чемпионат WorldSkills High-Tech, который, мы надеемся, будет проводиться ежегодно, в том числе и на площадке Свердловской области. Мы всячески будем поддерживать инициативу губернатора. И отдельное спасибо коллегам за то, что они выражают свою готовность проводить его в Свердловске и в следующем году. Поэтому для нас сейчас важно, во-первых, еще раз отфиксирую, сравнить результаты, выстроить правильность функционирования данного чемпионата в общем движении WorldSkills, нарастить новые компетенции, которые мы можем спроектировать, в том числе по блоку Future Skills, который у нас в этом году был впервые. Мы считаем, что он прошел очень успешно, и данный чемпионат может быть действительно обкаткой новых компетенций, которые мы в том числе можем выставить как российской промышленности, как Российской Федерации целиком на площадке Казани-2019, когда мы в рамках презентационных компетенций можем показать новый облик российской промышленности. Большое всем спасибо за поддержку данного движения, мероприятия, и надеемся на плодотворное сотрудничество, в том числе при подготовке третьего чемпионата. Спасибо, спасибо огромное. Сейчас хочу передать слово Екатерине Лошкаревой. Екатерина Петровна, как агентство стратегических инициатив и направления, особенно молодые профессионалы, вы, наверное, знаете чуть больше, чем мы, каким образом все-таки Россия действительно сегодня интегрируется, ли она в общее мировое пространство профессионалов, и каким образом у нас сегодня идет движение создания высокотехнологичных рабочих мест. Добрый день, коллеги. Большое спасибо. Да, действительно, как уже отметили и Роберт Наилевич, и Юлия Борисовна, в отличие от чемпионата прошлого года, чемпионат этого года уже никоим образом нельзя назвать экспериментом. Да, это была целевым образом спланированная, скажем так, верхушка айсберга, да, кульминация всех мероприятий, направленных на подготовку высокотехнологичных рабочих инженерных кадров в Российской Федерации. И со временем мы надеемся, что этот чемпионат так и будет выполнять эту функцию. И у нас действительно нет задачи делать его дальше больше, больше и больше. Да? Нам нужно сделать его лучше. Нам нужно, чтобы туда попадали лучшие из лучших. И чтобы в том числе в рамках деловой программы обсуждали самые актуальные темы. В этом году по отзывам участников деловой программы мы слышали такие отзывы, как то, что это был такой лучший кадровый форум в стране. Это было очень лестно слышать, но, наверное, ключом успеха здесь было то, что изначально задачи сделать кадровый форум у нас вовсе не стояло. Мы просто хотели максимально эффективно использовать тот гигантский интеллектуальный потенциал, да, который там собрался, и все эти ответственные люди, которые в государственных корпорациях, в частных предприятиях, в региональных и федеральных органах исполнительной власти, в колледжах, в вузах, в институтах развития отвечают так или иначе за кадровое обеспечение промышленного развития, поскольку уж они собрались все на одной площадке, для нас было важно организовать им максимально интенсивную среду для коммуникации, для общения, для обсуждения самых-самых насущных проблем. Поэтому в этом году было проведено более 70 мероприятий деловой программы. Содержательно они реализовывались в трех временных горизонтах. Первый день условно был посвящен горизонту 2035. Он начался с потрясающего действительно пленарного заседания, где 15 экспертов топ-уровней российских и международных, включая помощника президента Российской Федерации Андрея Ремича Белоусова, президента WorldSkills Europe Хуберта Ромеро, председателя службы отраслевой подготовки кадров ЮАР Раймонда Пателла, собственно, коллег, которые с нами присутствуют, да, Роберта Ильича и Николая Иосифовича, и еще 10 очень уважаемых экспертов, в течение 2,5 часов максимально полно задали рамку тех контекстов, тех вызовов, которые стоят перед нами в контексте подготовки кадров 35-го года. Итак, мы двигались с этой рамки, начиная с вот этого далекого горизонта и проблематик, связанных в том числе с кадровым обеспечением национальной технологической инициативы, дальше. И второй день был посвящен
посвящен условному лагу 2019-2020. То есть, с одной стороны, 2019 – это год, где Россия будет принимать международный чемпионат WorldSkills International у себя, да, в Казани. К нам съедутся участники из, наверное, к тому времени более чем 80 стран. Это лаг основных поручений президента, который сейчас реализуется в контексте реформирования профессионально-технического образования. Соответственно, там обсуждались на прикладных тематических сессиях вопросы в этом горизонте. И третий день был посвящен лагу 2016, то есть это самые прикладные решения, которые нам всем нужно было принять для того, чтобы спланировать ближайшие шаги на следующий 2016 год. Там заседала, например, группа Skill Development Working Group делового совета BRICS, и коллеги также из ЮАР, Китая и Индии обсуждали очень прикладные вопросы, связанные, например, с проведением, возможно, в следующем году вместе с движением Junior Skills на базе лагеря «Океан» на Дальнем Востоке, такой BRICS Junior Skills лагеря, или международной конференции по дуальному образованию также в следующем году среди стран BRICS. То есть это совершенно конкретные шаги, которые будут предприняты и на других площадках, что для нас является очень важным. Сейчас мы собираем эту обратную связь. Все обсуждения были максимально прикладными. Да? Например, на заседании промышленного совета движения WorldSkills обсуждался график проведения отраслевых чемпионатов на следующий год. Соответственно, для нас было очень важным такую площадку создать, и мы рады, что она себя оправдала, отработала. И я надеюсь, все наши 280 международных и российских топ-спикеров и модераторов, которые приняли в ней участие, получили от нее требуемый результат. Также необходимо отметить, что в соседнем павильоне, помимо деловой программы, собственно, соревновательной площадки, была отдельная демонстрационная зона, выставочная, где на 4 лажных площадках, демонстрационный, соревновательный, образовательный, игровой, более 3500 детей пробовали самые разные форматы новых кружков, новых мастер-классов от чемпионов движения WorldSkills Россия, которые показали лучшие результаты в Сан-Паулу и так далее. То есть это была такая зона проб для, как бы для маленьких детей, для ребят, которые могли попробовать разные профориентационные механизмы, симуляторы, тренинги и так далее. В общем, вот постарались создать такую площадку. Надеемся в следующем году, что она получит дальнейшее развитие. Спасибо. Спасибо. Спасибо за внимание. И я хочу сказать с великой радостью, что к нам присоединился таки губернатор Свердловской области. Вы успели выдохнуть. Вы так к нам, конечно, спешили. Спасибо вам огромное с важного, я знаю, совещания. Хочется, конечно, поблагодарить, во-первых, Свердловскую область за то, что действительно вы проводите такой важный и востребованный в духе времени чемпионат. И хотелось бы от вас услышать, что дает Свердловской области такой чемпионат. Она для развития профессий, для развития промышленности в регионе, для создания новых рабочих мест. Прошу вас. Добрый день, коллеги. Для Свердловской области, как промышленного центра нашей страны, возможность проводить у себя чемпионат WorldSkills High-Tech и любые другие разновидности и большое количество участников, которые принимают участие как зрители, как болельщики, просто люди интересующиеся, большая честь и подтверждение нашего вклада в регион, региона, подготовку кадров для промышленности нашей страны. В этом году столь масштабное мероприятие состоялось в нашем регионе второй раз, и уже сейчас можно говорить, что интерес к мероприятию вырос как у самих участников, это уже видно по количеству участников, по количеству компетенций, так и у зрителей. Я до справки скажу, что не слышал, мы уже говорили раньше, за 5 дней чемпионат WorldSkills и площадку Екатеринбург-Экспо посетили 15 тысяч человек. Здесь уже говорились наверняка о том, что приняли участие 248 молодых рабочих крупнейших российских предприятий, а также специалисты и эксперты Швейцарии, Финляндии, Таиланда и многих других. И для меня приятно отметить, что в основной программе чемпионата из 100 награжденных 48 представителей Свердловской области.
Поэтому, конечно, это еще раз говорит о том, что да, у нас сегодня серьезно уделяется внимание развитию именно развитию нашей Уральской инженерной школы. И, конечно же, мы сегодня очень большое внимание уделяем реализацию программ по совершенствованию работы, подготовке рабочих кадров, инженерных кадров. И мы действительно сегодня уделяем это большое внимание. Мы в прошлом году приняли у себя программу Уральской инженерной школы и проведение чемпионата, конечно, как следствие и как большая и огромная помощь в реализации наших планов. Мы действительно сегодня проводим серьезную работу как на уровне школьного и дошкольного образования, так и сегодня более 18 предприятий при своих компаниях открыли базовые кафедры, где мы уже внедряем в учебный процесс так называемое дуальное образование, которое, собственно говоря, и помогает на базе этих базовых кафедр, учебных центров, привлекать в эти центры из вузов, начиная с 3-4 курсов, где они уже при предприятиях начинают знакомиться с производством, где они учатся и делают свои изобретения ноу-хау на самом новейшем оборудовании. Одно из условий открытия такой базовой кафедры мы ставим приобретение в учебный центр самого передового оборудования. И, конечно же, как следствие, это когда идет окончание высшего учебного заведения, специалист, который обучался на базовой кафедре, приходит на производство не молодым специалистом, а специалистом уже с большим объемом отраслевых знаний, которые, собственно, помогают компаниям реализовывать самые интересные инвестиционные проекты, в том числе и высокотехнологичные. И, конечно, мы будем продолжать реализовывать нашу программу. Вместе с тем я хочу поблагодарить и Роберта за то, что все-таки второй раз приняли решение проводить у нас. И будем заявляться и на третий раз. Но если вы нам не дадите, мы будем свой проводить. У нас нет, собственно, уже вариантов, чтобы не проводить подобные чемпионаты. Огромная помощь Союза, WorldSkills Russia, для того, чтобы помощь в предоставлении тех самых компетенций и предоставлении уровневых знаний и так называемых индексов, на которые мы, собственно, должны равняться, наверное, теперь уже все. И это очень важно для подготовки и рабочих кадров. Я могу долго рассказывать о нашей программе «Уральская инженерная школа», но сегодня я действительно очень рад, что колоссальное количество участников по сравнению с прошлым годом, это практически все самые крупные предприятия нашей страны приняли участие. А значит, здесь не нужно говорить о том, что мероприятие чемпионата WorldSkills нужно или не нужно, это однозначно нужно и нужно развивать, поддерживать. И можете быть уверены, Свердловская область в первых рядах. Спасибо. Я еще раз всех хочу поблагодарить за возможность принять чемпионат. Наши компании, наши специалисты будут принимать во всех мероприятиях Союза WorldSkills Russia и других международных мероприятий. На нас можете всегда рассчитывать. Еще раз всех благодарю за очень интересную и еще позапрошлом году казалось новой темы, как чемпионат WorldSkills. Действительно, и компаниям, и ребятам это, конечно же, очень понравилось. Не могу не сказать еще очень важный элемент чемпионата. Значит, удивляет знания и умения школьников в рамках этого чемпионата, когда проходит чемпионат WorldSkills Junior Skills, конечно, сегодня ребята показывают и демонстрируют выдающиеся результаты в ходе состязаний. И, конечно, мне тоже очень приятно, что половину наград забрали представители Свердловской области. И, конечно, мы будем дальше продолжать поддерживать это направление. Еще раз всем спасибо, готов ответить на вопросы.
Спасибо вам большое. Предлагаю перенестись опять в Москву. Хочу предоставить слово представителю генерального спонсора чемпионата, заместителю директора Фонда развития промышленности Сергею Александровичу. Прошу вас, расскажите о той поддержке, которую фонд оказывает чемпионату, о особой премии, почему такое внимание, в общем-то, вы этому придали. Добрый день, уважаемые коллеги. Фонд развития промышленности финансирует модернизацию текущего производства, создание новых производств. Поэтому, в том числе благодаря фонду, создаются высокопроизводительные рабочие места, открываются заводы. Поэтому фонд выступил генеральным партнером чемпионата WorldSkills и деятельностно поддержал его проведение. Вместе с тем мы активно стимулировали предприятия, которые получили поддержку Фонда развития промышленности, чтобы они направляли туда своих специалистов, которые участвовали в соревнованиях. И среди тех компаний, которые приняли участие, это группа компаний «ГАЗ», «Синара» и «Уралвагонзавод». Кроме того, Фондом развития промышленности впервые была учреждена премия, которую здесь уже неоднократно называли, это «Мастер развития промышленности». И в конечном итоге была присуждена лучшему из всех компетенций, и эта премия в размере 1 миллиона рублей досталась сотруднику госкорпорации «Росатом» Александру Дуймаметову, который набрал большее количество баллов за выполнение конкурсных заданий. Собственно, мы почему учредили эту премию? Потому что она в целом полностью соответствует нашей философии Фонда развития промышленности, а именно развивать лучших. И мы финансируем самые передовые промышленные проекты и самые успешные команды, которые призваны реализовывать эти промышленные проекты. Поэтому только объединение предпринимателей и инженеров могут привести к успешному результату. И, собственно, такие примеры, как Александр Дуймаметов, может показать, что те компетенции, которые сейчас востребованы у нас в промышленном бизнесе, они в то же время он не только завоевывают определенную репутацию и славу, но и в том числе получают определенное материальное вознаграждение, которое может направить на свои цели, которые ему будут полезны. Соответственно, я надеюсь, что пример Александра станет довольно ярким и для других, и, собственно, он вдохновит сверстников, вдохновит юниоров и других рабочих, которые с большим энтузиазмом в следующем году примут участие. Мы со стороны Фонда развития промышленности обещаем, что мы постараемся привлечь тех консультантов, которые смогут оказать достойную конкуренцию победителям. Спасибо. Спасибо, спасибо огромное. Сейчас хочу как раз предоставить слово вот рядом со мной сидящему Николаю Иосифовичу. Николай Иосифович, «Росатом» победила, во-первых, госкорпорация, я так понимаю, в общекомандном зачете, то есть ну, вы более, наверное, наибольшее активное участие приняли, чем другие корпорации России. Вот скажите, что для «Росатома» значит да, участие в подобных чемпионатах, какие возможности для профессионального роста ваших сотрудников это дает, и действительно, какой мы видим, может быть, потом дальнейшее их карьерное развитие или профессиональное развитие да, после вот подобных мероприятий. Спасибо. У меня вообще очень приятная роль выступать сегодня от имени победителя, причем как командного победителя, так и представителя госкорпорации, потому что для нас это действительно большое событие. И так как победители не судят, мне хочется говорить только слова благодарности и организаторам, прежде всего, и агентству «Страт Инициатив», и WorldSkills Russia, и Евгению Владимировичу за прекрасную организацию этого события, всем тем, кто создал вот такую уникальную обстановку. У меня была возможность сравнивать. Прошлым летом я был в Бразилии, смотрел на международные соревнования, мы вместе были с Робертом. И, естественно, мы стремимся уже к тем нормам. Этим летом, да. Время быстро летит. Да, да. Я в том плане, что есть уже с чем сравнивать нам, как участникам, и давать какие-то вот такие очень позитивные оценки. Поэтому всем тем, кто организовывал, участвовал, огромное спасибо, в том числе и за поддержку, которая нам была оказана еще на этапе подготовки, потому что любой команде, чтобы победить, нужны какие-то сборы. У нас такие сборы проходили, мы выделили на это время всех ребят по возвращению на предприятие,
ждал накопившийся объем работы. Как ни странно, с них эту задачу никто не снял. И вы не поверите, даже празднуя в тот же день победу, ребята уже многие думали о том, какой объем работы им необходимо будет сделать по возвращении домой. Поэтому большое спасибо. Мы представляем высокотехнологичную и наукоемкую отрасль атомную, и для нас обязательным требованием является безопасность. Соответственно, вот высокого уровня безопасности мы не можем достичь без высококвалифицированных кадров. Поэтому мы смело можем говорить о том, что мы отбираем на работу лучших, и на эти соревнования попали лучшие из лучших. Поверьте или нет, но финальный отбор мы проводили на уровне госкорпорации с участием Сергея Владимировича Кириенко, который лично отсматривал рейтинги. В рейтинговании нам помогали те же самые эксперты WorldSkills, которые независимо оценивали наших сотрудников и говорили, кто из них лучше. Сразу скажу, что оценивались целый набор компетенций, недостаточно было быть только лучшим вот в том, что ты непосредственно выполняешь операцию, нужно еще быть стрессоустойчивым, нужно укладываться во время, выделенное на задачу, и это все в совокупности давало действительно необходимый результат. Действительно, результаты впечатляют. Мы заявились в 8 номинациях, в 6 из них выиграли 6 золотых медалей, 1 серебряную и 2 бронзовые. И это действительно такая серьезная победа. Я очень переживал за ребят во время пленарной сессии, когда участвовал в деловой программе форума, и нам даже ведущий Дмитрий Песков предлагал рассмотреть возможность принять на работу очень сильного парня из Арабских Эмиратов, да? Вот. На что я сказал, в принципе, нам бы неплохо и своих все-таки в первую очередь воспитывать. Но вы знаете, еще интересная такая статистика. Мы представляем как гражданскую часть отрасли, да, которая относится к электроэнергетике, но и также ядерно-оружейный комплекс. И как ни странно, у нас половина участников, в том числе половина победителей, представляет ядерно-оружейный комплекс. Что еще раз говорит о том, насколько это важно для нас, качественные сотрудники и качественная работа в обоих направлениях нашей деятельности. Нашей команде очень сильно помогала корпоративная академия, то есть вся организация работ проводилась на основе корпоративной академии, которая занимается обучением. Вы не поверите, но мы делали очень серьезный акцент в предварительном этапе подготовки на проведение нескольких тренингов в течение 2 дней для ребят, связанных со стрессоустойчивостью, связанных с командной работой, потому что, в конце концов, все ребята чувствовали себя как единая команда, а командный дух, он очень сильно помогает в любых соревнованиях. Ну и вот, конечно, очень, очень рады за Сашу Туймамета, который выиграл в абсолютном зачете. Он, по-моему, до сих пор не может поверить в это. Ну, из команды у нас еще вот Максим Нефедов в зале тоже присутствует. Максим, давайте встаньте, мы вам поаплодируем. Он победил номинации «Инженерная графика» в КАТ. Максим, спасибо тебе большое. Вот, вообще, для нас это событие крайне важно, потому что мы очень часто ищем не просто конкурентные преимущества в борьбе за лучшие ресурсы, но и понимаем, что неденежная мотивация является очень серьезным фактором. Вот для нас победа на таких площадках и вообще участие в таких соревнованиях для ребят – огромная мотивация. Вы не представляете, что происходило после соревнований. У них отдельный чат в социальных сетях, там такие эмоции бурлят, там участвуют члены их семей, дети одевают одежду, в которой они участвуют, они гордятся своими родителями, это чрезвычайно важно. Ну, по данным вот, рейтингов привлекательности работодателей Universum Global, мы занимаем также первое место среди инженерных специальностей, и мы действительно к этому долго шли для того, чтобы в совокупности с денежной и недежной мотивацией действительно привлекать в отрасль лучших. Ну и сейчас мы уже понимаем, что действительно, вот Роберт сказал о том, что мы далеки еще от лучших в мире, да, от тех участников вне конкурса, которые были на этих соревнованиях. И мы понимаем, что все вот эти эмоции, они сейчас пройдут, завтра будет работа, и уже планируем проведение внутриотраслевых комплексов, максимально приближенных к стандартам WorldSkills, с тем, чтобы уже вот этот вот не разовый, а регулярный отбор, подготовка кадров, вот эта мотивация стала частью нашей работы и жизни. И, конечно же, очень сильно надеемся, что мы будем представлены как минимум и, надеемся, достойно выступим в Казани, потому что все-таки вот эта цель для нас, для всех является такой важной. В первый раз будем принимать такой чемпионат в России,
И, в общем-то, для нас это престижно. Спасибо. Спасибо огромное. Я хочу представить вам еще нескольких наших почетных гостей в зале, которые присутствуют. Это Пронькин Виктор Николаевич, это первый заместитель генерального директора фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» и руководитель программы «Junior Skills». Виктор Николаевич, мы вас просим тогда выйти к микрофону, более подробно рассказать об этой программе и о тех, в общем-то, достижениях, которые мы уже видим в этом году. Добрый день, коллеги. Программа «Junior Skills» стартовала в 2014 году. По инициативе фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» в партнерстве с WorldSkills России при поддержке агентства стратегических инициатив Министерства образования и науки, Министерства промышленности и торговли. И стартовал как раз ровно год назад на первом пилотном чемпионате «Хай-Тек». И, конечно, правительство Свердловской области также внесло значительный вклад, чтобы эта программа состоялась. И уже мы видим, что в этом году это неотъемлемая часть как движения WorldSkills, так и чемпионата «Хай-Тек». И треть участников, которые принимали участие на конкурсной площадке, были юниоры, это 116 юниоров. Новинка этого сезона, что юниоры были представлены от промышленных предприятий, 27 предприятий направили свои команды, и самое большое количество участников от Ростеха и частной компании «Базовый элемент». Соответственно, они заняли топ в числе зачета, золотого, серебряного и бронзового зачета. Первое место «Ростех», второе компания «Базовый элемент». Больше, много наград, почти половина наград досталось представителям Свердловской области, и вот Нижнетагильский металлургический завод очень достойно выступил, представив небольшое количество команд, но они почти все заняли золотые пьедесталы. Новинкой также сезона явилась школа ключевых компетенций Junior Soft Skills. И немаловажно, что об этом как раз говорили и многие участники, в том числе и вот представители Росатома, что стрессоустойчивость, работа в неопределенных ситуациях и так далее, это то, что востребовано помимо профессиональных компетенций. И мы такой трек специально начали. Две новые компетенции были введены у юниоров, всего было 12 компетенций. А две новые – это лазерные технологии, совместно с взрослыми участниками там состязались дети. И что немаловажно, что выполняли такое же по сложности задание, причем юниоры справились быстрее, не потеряв в качестве. Что показывает потенциал юниоров и будущих кадров. Мы надеемся, что те медалисты, которые были представлены на хай-теке, это будущие члены команды WorldSkills в 2019 году и члены команд, и в том числе и предприятий в отраслевых чемпионатах. Мы даже там запускали ракеты, мы силой мысли управляли роботами, была представлена совершенно новая компетенция, мировая, можно сказать, премьера, нейропилотирование. Дети при помощи нейроустройств руководили роботизированными комплексами, и это только среди джуниорских было представлено. Мы надеемся, что такие чемпионаты станут уже традиционными, никто не будет сомневаться, что юниоров нужно приглашать, во-первых. Во-вторых, мне хочется отметить, что Андреем Ревичем Белоусовым, который присутствовал в том числе на круглом столе под Junior Skills, были поставлены три серьезных задачи перед программой. Это создание инфраструктуры в регионах, это массовое, вторая задача, массовое движение, так же, как что в каждом дворе, как была раньше хоккейная коробка, так и чтобы при каждой школе, каждом учебном заведении, при каждом предприятии был специализированный центр компетенций. И третья задача, чтобы программа была гибкая и широкая, и не зациклились в рамках системы образования, а чтобы и предприятия, и НКО, и власть принимали активное самоучастие в создании такого движения. И Дмитрий Николаевич Песков считает, что программа Junior Skills имеет большой потенциал, чтобы стать и международным в этом смысле форматом, и мы надеемся, что в 2019 году мы сможем поставить себе такую задачу, провести первый международный чемпионат Junior Skills, поскольку уже в этом чемпионате принимали участие команды из Белоруссии, которая присоединилась к движению Junior Skills в этом году. Спасибо. Спасибо, спасибо огромное. Я также представлю Оксану Мустафину, пиар-директора Открытой технологической академии. Оксана, мы просим вас тоже выйти к микрофону. Вот уже прозвучало о том, что блок «Профессии будущего» впервые появились на чемпионате. Будьте добры, подробнее. Значит, будущее у нас, я так понимаю, обретает некие формы уже конкретные.
Добрый день, коллеги. Да, спасибо большое. Уже много слов прозвучало про блок Future Skills. В этом году этот блок был презентационный. Там были представлены 6 презентационных компетенций, за которыми мы видим будущее, которое повсеместно в ближайшие 5 лет, их Казани 2019, станут неотъемлемым атрибутом всех промышленных производств. Открытая технологическая академия, которую представляю я, совместно с Союзом WorldSkills России, совместно с Минпромторгом и с Агентством стратегических инициатив провела колоссальную работу, на мой взгляд, потому что нам удалось собрать профсообщество, это HR крупной госкорпорации, это частный сектор, которые впоследствии, посмотрев на компетенции, посмотрев на участников, смогли собраться и обсудить требования к профессиональным стандартам. А это наша основная задача. Благодаря тому, что сейчас мы понимаем, как эти профессии должны строиться, создаваться, в Казани 2019 мы сможем подготовить эти кадры. В ближайших планах, для чего мы собирались на блоке Future Skills, это подготовка 4 образовательных программ в рамках открытой технологической академии, которые уже со следующего года будут массово открыто готовить специалисты промышленных предприятий, чтобы уже к 2019 году мы имели не 6 презентационных компетенций, а плотный, крупный блок основных компетенций по профессиям будущего. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Ну что же, коллеги, самое время задать вопросы, если таковые имеются. Я обращаюсь и к нашим гостям в Москве, и также к Екатеринбургу. Если есть вопросы, прошу вас, подходите к микрофону, задавайте ваш вопрос, представляйтесь. Я пока, обращаясь ко всем нашим участникам, хотела бы задать общий, может быть, вопрос. Но вот после уже второго национального чемпионата, вот в этом году, какие вы увидели тенденции, где в России у нас, в каких отраслях действительно идет бурное развитие высокотехнологичных профессий, и действительно мы видим достаточное количество специалистов, которые могут приехать на подобный чемпионат и продемонстрировать свои умения, а где, в каких отраслях мы наблюдаем действительно нехватку? Вот можно ли, осознав, вот, подведя итог и пообщавшись с таким количеством массивом вот, профессионалов, вот, сделать такие выводы и, может быть, какие-то прогнозы? Где нам ожидать притока новых специалистов? Вот, Роберт Наильевич, можете ли вы ответить на этот вопрос? Знаете, я бы, наверное, говорил не о притоке специалистов, а о притоке знаний, которые нам необходимы и умение создавать. Возможно, да, Наверное, я скажу о наблюдении, нежели о какой-то системном тренде, да, который присутствует. Вот на примере мехатроников, о них уже миллионы раз говорилось, миллиарды раз, наверное, повторяться. Но что удивительно, да, вот если мы сравнивали с наших участников в Сан-Паулу, скажем так, вот на их самые большие баллы были у мехатроников. Если мы сравнивали сейчас промышленных участников, опять одни из самых высоких баллов были у мехатроников. Да, вот удивительно, что в отрасль эта как таковая, как отрасль знаний, отрасль компетенций, появилась в отсутствии всех стандартов. То есть не было ни образовательного стандарта, не было ни профессионального стандарта, и даже не было примерных образовательных программ и всех других атрибутов образовательного учреждения. Но что было? Был бизнес. Тот бизнес, который готовил кадры под себя. И вот было интересное наблюдение, что те компании, которые системным образом вкладывались, то есть не ждали от государства того, что им принесут готовые кадры под их запрос на блюдечке, те, которые сами исходили из того, что вот с практические компетенции работают на конкретном станке, на конкретном оборудовании, на конкретном технологии, что вот эти знания находятся внутри компании, и они готовы делиться с системой образования, готовы делиться с этим обществом, они оказались на коне. Те, кто этого не сделал, ну, судя по всему, у них будут серьезные проблемы с человеческим капиталом, что во многом показал чемпионат. Вот такое наблюдение, поэтому скорее наш источник в тех отраслях и в той промышленности, которая у нас есть, а особенно в тех местах, где наша промышленность создает конкурентные в глобальном смысле продукты и технологии. Может быть, комментарий от Минпром. Да, я хотела просто добавить о том, что вот с точки зрения создания нового продукта, я считаю, что абсолютно важнейшие две были презентационные компетенции – это управление жизненным циклом и промышленный дизайн. А если первая компетенция управления жизненным циклом – это способность выстраивать вообще все кооперационные цепочки, даже внутри холдингов и в отношениях между разными корпорациями по созданию новых продуктов. К сожалению, сейчас эта компетенция несколько просажена, и эта задача не только как раз вот связывание, да, там, промышленных предприятий под новый продукт, но и связывание этих компетенций для того, чтобы этот продукт получился. А с точки зрения промышленного дизайна, но эта задача
задача тоже номер один, потому что для того, чтобы правильно, экономически, маркетингово продать продукт, который мы хотим создать, в том числе в рамках политики импортоопережения, но есть здесь огромный потенциал, у нас есть действительно кафедры в ряде университетов, и Свердловская область этим славится, для того, чтобы как раз вытащить вот тех ребят и те компетенции, которые могут потом перейти в промышленность. Вот с нашей точки зрения, соответственно, вот та выставка, которую мы проводим, это промышленный форум «Иннопром» в Свердловской области, где были в том числе презентованы разработки дизайнеров и «Уралвагонзавода». Это вот ровно та политика. То есть мы можем в рамках хай-тека этих ребят выращивать, а потом уже на площадке «Иннопрома» видеть в том числе те новые продукты, которые созданы нашими корпорациями, где мы видим просто мирового уровня действительно промышленный дизайн. Спасибо. Угу. Да, конечно. Можно короткий комментарий, что, как нам кажется, помимо однозначно важных экстремумов, которые демонстрируют чемпионаты, да, по вроде WorldSkills High-Tech, собственно, важна системная работа по кадровому обеспечению промышленного развития. Поэтому хотелось бы отметить еще, вот как вы сказали, отрасли, да, и корпорации, которые, может быть, сегодня еще не прозвучали, да, помимо уже обозначенных Росатома, Ростеха, ЧТПЗ, УРКК, которые ведут системную работу в этом отношении, да, например, Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная двигательно-строительная корпорация. Почему я, как бы, называю эти примеры, потому что важно демонстрировать яркие выдающиеся результаты, безусловно, да, но также важно вести системную работу со своими рабочими, со своими инженерами, важно участвовать в федеральных программах, связанных и с профессиональными стандартами, с детскими технопарками, со всем тем, что делается. И, например, в той же Объединенной двигательно-строительной корпорации у нас был, сейчас реализуется уникальный кейс в рамках дуального образования, который сегодня уже неоднократно коллегами упоминалось, когда корпорация была инициатором тиражирования дуальной модели со своих двух регионов присутствия, Пермского края и Ярославской области, в Самарскую область. Да? То есть когда практика участия корпораций, предприятий в системе реформирования профобразования, инициатива шла от предприятия. И для нас вот такие кейсы, такие практики крайне важны, поэтому такие корпорации, ну, как бы мы будем всячески поддерживать. Спасибо. Я знаю, что у нас есть вопросы в Екатеринбурге. Прошу вам слово. Добрый день, я Владимир Любимов, ТАСС. Собственно, уже несколько раз упоминалось в течение сегодняшней беседы о том, что необходимо готовить, в том числе как тренеров команд, так и судей, экспертов. Ну и хотелось бы узнать, наверное, в первую очередь у Евгения Владимировича Куйвашева, вообще готова Свердловская область стать центром подготовки тренеров, экспертов, судей? Ну и есть какие-то ресурсы? И вторая тема, она больше касается все-таки проведения следующего чемпионата. Будет ли Екатеринбург бороться, ну и вообще, может быть, сделать Екатеринбург площадкой для этого чемпионата. Спасибо. Мы еще в Москве обсудим, да? Прошу вас. Ну, по поводу экспертов, по поводу людей, которые оценивают соревнования и оценивают результаты труда, безусловно, проведение чемпионата WorldSkills существенным образом сказывается и на уровне подготовки преподавателей. Потому как практически все преподаватели наших профессионально-технических училищ, колледжей, ресурсных центров и центров при предприятиях так или иначе принимали участие. Они вживую общались с лучшими из лучших и экспертами, которые были представлены из пяти стран, с победителями соревнований различного уровня. И, безусловно, вот такое прямое общение, и самое главное, вот те индикаторы, те тренды, те оценки мирового уровня, и где мы можем оценить наши сегодняшние умения, наши компетенции, они дают самый серьезный толчок к развитию и самосовершенствованию. Вот в рамках проведения... Очень хорошо, что в этом году Союз организовал, помимо своего чемпионата, еще большую пленарную работу. Это очень важный элемент проведения такого рода мероприятий, для того, чтобы, во-первых, дать разъяснение, пояснение на профессиональном языке, пообщаться с специалистами. И сегодня вот те базовые кафедры
И те дополнительные, скажем так, усилия предприятий, о которых здесь говорили, по по внедрению дуального образования, они сегодня в первую очередь будут полагаться на тот опыт и те умения, которые были продемонстрированы именно в рамках чемпионата. И, конечно, мы подписали и дополнительное соглашение с группой ЧТПТ, Уральским федеральным университетом и правительством Свердловской области о внедрении разработки совершенно новых стандартов и внедрении их в обучение в колледже Первоуральском новотрубном заводе. Вслед за этим последовали еще 10 соглашений, которые мы также подписали. Конечно, это сразу поднимает уровень экспертов, уровень преподавателей совершенно на иной уровень. Это очевидно совершенно. Что ж, спасибо. Спасибо огромное. К сожалению, время... Будем ли мы бороться? Вот да, подписал, уже заявка есть. А какие планы на третий чемпионат? Будете рассматривать все заявки, включая Екатеринбург? Ответ из Москвы. Ну что же, коллеги, к сожалению, время нашего мероприятия ограничено, оно уже завершено. Я хочу поблагодарить наших спикеров в Москве, я хочу поблагодарить Екатеринбург. Огромное спасибо, что вышли с нами на связь. Я хочу поблагодарить всех присутствующих в зале за ваше внимание. И до новых встреч в пресс-центре ТАСС. Пресс-конференция завершена. Спасибо огромное. Спасибо. Всего доброго.